Меня зовут Данил, мне 17 лет. Я начал заниматься воркаутом благодаря своему другу. Я сначала засомневался, так как я спортом не особо занимался. Но потом все-таки решил попробовать. Пришел, посмотрел, что да как. То есть мне занятие это понравилось. И вот буквально я уже начал чувствовать прогресс, буквально за 1-2 месяца. То есть если я пришел в воркаут, я подтягивался максимум от силы раз в 6. Спустя 1-2 месяца у меня уже результат увеличился до 10-12 раз. И вот я уже занимаюсь воркаутом год. Мой рекорд на данный момент составляет 33 раза. Также я начинаю заниматься с дополнительным весом, то есть 16-24 и 32 кило. А друзья это положительно относятся к моим тренировкам. То есть они говорят, да, то есть уже тело начинает быть более рельефным. Приходи на воркаут, здесь тебе всегда будут все рады. Здесь есть отзывчивые, добрые люди, которые тебе помогут в любой момент. Что могут подсказать, чем помогут. Те же самые, например, элементы или подтягивания. То есть они всегда подадут тебе, подскажут, что нужно сделать, что ты делаешь правильно, что неправильно. Так что, ребята, занимайтесь воркаутом, это действительно очень хорошая вещь.